Всем привет, и сейчас я расскажу секрет данного фокуса. Чтобы сделать этот фокус, надо сделать подготовку. Она маленькая, надо вот колоду ее перевернуть, положить одного короля любого и накрыть его любой другой картой. Все, подготовка закончилась. Ну, можно отвлечь внимание любым способом. Я отвлек внимание тем, что рассказал историю. Один король. Ложим наверх. И сзади укрываем. Здесь валет. Другой король тоже лег. И укрываем. Только уже здесь король уже. И третий король лег, но не укрылся. И так получается, то, что у нас три короля будут без сена. Спасибо за внимание. Ставим плюсы, комментируем.